Starkweather refuses to comment on these allegations. At this point, it is unclear as to whether or not he will ever be allowed to direct again. This is... You know what? I don't give a fuck what Starkweather wants. Maybe today I kill you, maybe not. Kill the camera. What was that? Go check it out. Maybe it is your day. Shit! What the fuck is that? Support! Repeat! Ascend it! Oh shit! Итак, всем доброго времени суток. Манхантыч, 18-я серия, 18-й эпизод. И, собственно, погнали. Не будем стоять на месте. Называется серия «Пограничный патруль». Нас поймали спецназовцы Старквейзера в прошлой серии, и мы оказались в какой-то, ну, мягко говоря, вы поняли, где, непонятно, что это, то ли это гараж какой-то, то ли что это такое, вообще непонятно. Разумеется, ничего у нас нету, ни оружия, ничего такого. Но есть предметы поблизости, которые можно подобрать. Вот есть пустые бутылки с коктейлем Молотова. Ну, там, наверное, был коктейль Молотова. Так что такие дела. Так, давайте разобьем это стекло. Это что? А, это осколок стекла. Мы же разбили стекло, разумеется, мы получили осколок стекла. Давайте поменяем. Ну так, чисто ради интереса, на осколок стекла. Все равно, что тот предмет, что этот предмет, они все равно одинарные. Так, давайте выбираться, пробовать выбираться отсюда. О, как быстро получилось все прям. Пробовать отсюда выбираться, короче, и получается, ну, тут, блин, капец, капец полный. Потому что помнится к этому. То ли две серии назад были эти спецназовцы Старквейзера. По-моему, две серии назад. Они были довольно-таки непростые, честно вам признаться. Так что вот такие дела. Пока у нас только огнестрел есть. Ну да, это скорее всего какой-то гараж, непонятно. Давайте тут внимательно все осмотрим. Так, что у нас тут вообще есть? Так, блин. И чего с текстурой? Ну блин, что вот возите, вот такая хрень вот есть. Вот что здесь? Ну, ё-моё, ну что такое? Что такое? О! Ну, нужно выбрать, что мы будем. Давайте, наверное, выберем лом, потому что пистолет, как бы, да, хорошее оружие, но, блин, их много. Давайте попробуем убить, короче, слома. И патронов, тем более, за него мало. Это капец. Что у нас тут? Ага, можно спрятаться. Отлично. Стучим. Стучим. И по голове себе стучать я не буду, как многие бабушки скажут. По голове себе постучи. Так, один наверху. Там снайпер, кстати, есть. Там есть снайпер. Так. Что-то мне это не нравится. Тут, скорее всего, какой-то снайпер стоит. Так, вот двое, это уже страшно, на самом деле. Двое, это уже страшно. Надеюсь, они разбредутся. Ага, конечно. Короче, нужно сделать так, чтобы к нам подбежал один человек из этих двоих. Потому что мы тогда не убьем никого. Если мы убьем этих двоих, мы привлечем внимание остальных и так далее. Бляха, муха, они по двое бегают. А, заколебали. О, отлично, они уходят. Скотина. Туда спрятаться-то, по сути, негде. Только за этими деревьями. Давайте здесь встанем. Ну, подумаешь, чуть-чуть хпшечки снес. Давай, иди сюда. Ну что такое-то? Беги уже.
вообще нас не слышишь. Вот, все, отлично, он подбегает. Отлично, все, сейчас мы его выхлоп. Ой, нет, тут лучше желтым добиваться, потому что и так тайминга мало. Теперь давайте подберем пистолет. У нас будут еще патроны. Еще пистолет. Это уже 9. Там еще, по-моему, лежит пистолет. Если он не исчез, конечно. Да, вот еще пистолет лежит. Уже, ну это уже хоть что-то. Это уже что-то. Так, там горят фонари. Там, возможно, кто-то да есть. Непонятно кто, но кто-то да есть. Летают вороны. Отсылка к Ре-4, где тоже вороны летают. Не отсылка, в смысле, во многих играх вороны летают. Это нормально. Для хоррор-игр это нормально. Так, я пока ничего не вижу. Что вообще происходит? Эти локации на Road Willy напоминают начальные главы. Блин, а нам его нечем убивать, нам только его убивать, собственно. Дрободан. Неплохо. Вот дрободан-то уже нормально. Не, вроде бы внимания мы не привлекли. Вроде бы. Скорее всего, либо в этой, либо точно в следующей главе мы столкнемся с этой свиньей. Мутированной, скорее всего. Я так думаю. О, еще есть осколок стекла. О, отлично. Теперь у нас есть и слабенькие огнестрелы, мощные огнестрелы. Еще оружие для убиения сблизи. Неплохо. Давайте вырежем замок. А, не вырежем. Ну нифига, давайте тогда его выстрелим. Так. И тут давайте будем повнимательнее, поскольку... Повнимательнее, поскольку тут у нас чекпоинта еще до сих пор не было. Вот, спрячемся за деревом. У этих спецназовцев, как у тех обычных сватовцев, нету фонарей. Поэтому, думаю, можно не переживать. Так, вижу 1-2. Пока двое только вижу. Пока только двоих вижу. Одного, как минимум, можем вырубить, наверное, со стекла. Я так думаю. Чтобы сильно не привлекать внимание. Ну, а второго уже как пойдет. У обоих дрободан. И, собственно... Ох, чуть не спалил. Повезло. Повезло, все-таки у нас до конца не спалил. Оглядывается. Оглядывается малой, оглядывается. Сейчас заметит стопудово. Сейчас стопудово заметит своего дружбана. Сейчас заметит, надо быть поосторожнее, повнимательнее. Я даже не могу этот подобрать, дробовик. Сейчас мы его быстренько убьем. Все. Все. Готов. Готов, чувак, готов. Так, это... Собственно, теперь, наверное, пройдем вперед. Аккуратнее. Лабиринты. Прямо как у особняка Томми Верцетти. Изготавливайся. Ладно, шучу. У него был особняк не такой. Он был не такой высокий по росту, по высоте. Он был низкий довольно по высоте. Это какой-то высокий. Ну, те, кто играл в Vice City, те помнят особняк Томми Версетти. Там у него был, короче, лабиринт тоже на заднем дворе. Но он был такой низкий. Низкий по высоте. Это прям высокий по высоте. И тут я не знаю, что да как вообще. Кто там да что есть. Пашенди сказал, мог быть снайпер. Снайперы. Ага. Там вон уже я слышу какие-то вон звуки неприятные. Давайте включим внимание. Сейчас чекну. Ахи, бля! Ахи, бля! Ой, бля. Капец. Бывает, народ. Сорянушки. Сейчас привлеку внимание с мечихами. Спецназовцев. Старквейзера, блядь. Путаю постоянно. Короче, они там где-то вдалеке, давайте, наверное, с
спустимся, что нам терять? Они там, они за стеной, можно пока не волноваться. А вон и чекпоинт, кстати. Вот и чекпоинт. Ага, 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 так. То ли быстренько пробежим, наверное, к чекпоинту, я не знаю как. Да, быстренько пробежим к чекпоинту. Отлично, все, мы взяли чекпоинт. Я бы, знаете, что я испугался? Сейчас я к чекпоинту подбегу на один миллиметрик, и он меня со снайперки, блядь, убьет. Вот чего я испугался. Так будет так обидно с самого начала, начинать. О, осколок стекла. Уже неплохо. Минимум одного сможем убить скрытно. Эта глава будет явно потяжелее, чем предыдущая, разумеется. Предыдущая глава, народ, была вообще простая из простых. Я давно так не расслаблялся. Ну, там я проиграл раза два, по-моему, всего. Ну, вы вспомните, сколько раз я проиграл в предыдущих... Проигрывал в предыдущих эпизодах. Вы просто вспомните. Там было дохренище просто. Вспомнить тот эпизод с тюрьмой, блядь. Это капец просто был. Так, куда он пойдет? Интересно. Так, осторожно. Там уже сейчас это спалит меня. Уже спалит. Сука! Но меня вырубил не снайпер, кстати говоря. Меня вырубил, блядь, этот самый, как его. С дрободана какой-то долбоящер. Ну там видно было, что дробь была дрободана. Дробь была дробовика. Так, и тут давайте внимательно осмотримся. Ну что ж такое-то, а? То поперхаюсь, то чихаюсь на целый день. У них тоже фонари, кстати, есть. Ой, которые фонари есть. Осколка стекла-то у нас нет. Так, бежим. Пошел ты куда подальше, как это говорится. Ух, снайперская винтовка. Или что это? Это автомат. Это не снайперская винтовка, это автомат. За место дробовика. Да ну, не, давайте. Я, конечно, понимаю, что для разнообразия лучше взять автомат, но, блин, не знаю. Давайте вместо дробовика как-то проще. Не знаю почему, но мне с дрободана проще стрелять. С дрободана даже. Не с дрободана, а с дрободана, даже так скажем. Там еще три врага. Я вон вижу. Три врага еще. Пошел ты. Сейчас выбежит сюда. Пошел ты. Как это говорится у вас. Там еще двое. Капец, мне уже страшно, народ, если честно. Их там, блядь, пиздец просто. Я не побоюсь поматериться. Серьезно. Давайте сюда забежим. Тут мы вроде всех убили. А что у нас вообще есть? Осколок стекла. Ой, да толк-то не от него. Их там столько, что там, блин, осколок стекла не выучишься. Что за бред? Он что, застрял в текстуре, что ли, в натуре? Блядь, а вот то, что второй подбежит резко, я не ожидал. Охреневшие, блин. Совсем. Я только, блин, хотел этого вырубить, и второй резко подбежал. Блин. Чё за хрень? А вот, давайте спрячемся здесь. А, тут можно спрятаться и так. Ну, кстати говоря, локация довольно... Мне вот чем вот этот эпизод уже нравится, тем, что локация довольно такая прям интересная. Такая офигенно интересная локация. Ну да, народ, вы все заметили, что в этой игре, в принципе, все эпизоды ночные.
То есть нету вообще дневных эпизодов. Игра рассчитана на хоррор. Я его бегу. Он, походу, застрял в текстуре. Тут говорилось, что багов много будет в ПК-версии. Много багов будет. Не в ПК-версии, а в этой именно версии Bad Blood, по-моему, называется. Многие говорили, что тут много багов, короче. А мы так не оббежим. Нам придется тут рисковать и бежать туда. Типа баг с NPC, они что-то путаются, стоят на месте. Так многие говорили, короче. Сука, чуть меня не убил. Так, вот. И нужно как бы к этому готовиться. Но здесь довольно редко это происходит. Вот, ну, по крайней мере, в той версии, которую мне скинул по Шенди пацанячек, по крайней мере. А там я не знаю. Так, да что? Вон они. Вот они, придурки. Давайте я уже с дрободан. Пошел ты. Я уже устал с пистолета стрелять. Давай, иди сюда быстрее. Иди сюда, сыкло. Встал туда, блин, скрылся. Трое стоит, писец. Пошли. Блин, слушай, народ, у меня уже хп мало осталось. Нужно где-то аптечку брать. Блин, да где-то нужно где-то искать аптечку. Не знаю, где ее искать. Мне уже страшно. Я не хочу опять начинать с чекпоинта. Придется мне перепроходить заново. Тут где-то по-любому аптечка должна быть. В этом лабиринте я чувствую. Где-то должна быть аптечка. Блин, там враги. Капец. Я не знаю, что делать, честно говоря. Мне аптечка нужна. Ее нету. Можно где здесь есть? Нет, не так все просто, как кажется. Если бы. Кого-то вон повесили даже. Не знаю, вот мне что-то кажется, так вот кажется, что... В этой, либо в этом, короче, либо точно в следующем эпизоде будет полубосс. Полубосс будет этот свин, короче, мутировавшая свинья. Вот эта вот. Свинья-человек, короче, я так думаю. Нам уже о ней намек давали уже в предыдущем, короче, этом эпизоде. На железнодорожной станции. Вот, и как бы его... Не, придется бежать туда, выход другого. Нету другого выхода. Это чё? Ой-ой-ой. Сейчас он спустится сюда. Отлично. У него автомат, ни хрена себе. А вот то, что они бегут по трое, мне уже не нравится, блядь! Ай, всё, я окружён. Я кружён. Ну пиздец, блядь, ёбаный. Итак, я не знаю, я тут перепрошел, потратил на минут 10, потому что я еще там раз 5 проиграл, потому что я спешил. Ну вы знаете, такое бывает, да, когда ты проигрываешь, типа ты побыстрее, лишь бы добраться снова до того же момента, где ты проиграл, ты хочешь побыстрее, это элементарная психология. И тебя еще больше убивают, потому что спешишь, блядь. Это вот элементарная психология, особенно русских, блядь. Это вот элементарная психология. Короче, я тут подбил еще, наверное, побольше врагов, чем на этапе записи. Так что, не знаю, как тут что повезет, не повезет. Давайте повнимательнее. Давайте внимательнее здесь все осмотрим. Я не знаю, на что тут вообще нужно рассчитывать. Так, мы в прошлый раз... до моей смерти добрались вот до этой лестницы, и там меня уже убили, не помню. Так, ну давайте попробуем, наверное, врезать стеклом. Может быть, мы кого привлечем? Нет. Ну, значит, поблизости врагов нету. Это уже хорошо. Это уже радует. Это хорошо. Так, значит, тут еще лабиринт, нам нужно как-то его оббежать с вами. Но мы уже, по сути, его оббежали. Вот, собственно, это он.
Не забываем, что еще там получается. А вот уже враги. Враги, я вижу. Блин. Блин. Так, ага. И там еще враги. Ух там их. Ух там их. Ух там их. Бежим сразу. Обратно убегаем вообще абсолютно. Я не хочу умирать снова. Тут поосторожнее, просто повнимательнее. Так, значит, давайте рассудим, народ. Смотрите, мы убили здесь поблизости всех врагов. Остались враги, которые вот тут после лестницы. Вот там остались враги. Их там получается аж 5 штук, я заметил. Я предлагаю как сделать. Ну, это будет долго, но зато хотя бы эффективно и нас не убьют. У нас так пол хп осталось. Ну, чуть-чуть побольше пол хп, ладно. И давайте по одному врагу убегаем. Убиваем и привлекаем внимание следующих. И после этого мы убегаем опять сюда и так по 150 раз. Ну, зато мы хотя бы не погибли. И то хорошо. Потому что, блин, народ, реально эта ситуация. В принципе, маршрут я уже запомнил, чтобы не запутаться. Не заблудиться, так скажем. Так, кстати, давайте обследуем еще одно место, которое я так и не обследовал толком. Может быть, мы там что найдем. Нам сейчас было бы обезболивающее понайти. Чуть тут вообще как-то обезболивающими вообще не кормят. Так это и есть то место, это и есть то место, блин. Капец. Давайте, давайте, давайте. Раз. Два. Три. Обезболивающее, там обезболивающее, народ. Перезарядка. Кто стреляет? Так, внимательней. Четыре. Все, отлично. Берем обезболивающий. Ух, сколько лута, капец. Сейчас обезболивающий взяли. Вот сейчас повнимательнее. Нам не просто так судьба обезболивающая дала. Да, и тут, кстати, с недавних уровней именно от врагов стали сыпаться обезболивающие. То есть не просто так в каком-то определенном месте лежать, а именно сыпаться с врагов. Это не с начала игры такое было, это вот где-то с эпизода, наверное, 12 или 13 такое появилось. Если я не ошибаюсь. Блин! Нет! Нет! Блять, их там миллион, Они обходят, господи! Их там еще миллион. Ужас. Короче, убегаем. Тупо убегаем отсюда. Вот так вкладываемся сюда. Тут нельзя спрятаться, блин. Он не зажимается за стену. Так, сейчас, народ, секундочку. Я быстренько приложение обновлю. Не хочу войти в офлайн. Все, отлично. Так. Это, по-моему, и есть тот самый ход вверх. С той лестницы, по-моему. Или это два разных входа, я не помню точно. Блять. Нам нужно отсюда их всех убить, в принципе. Мы можем их отсюда всех убить. Раз. Пашенди сказал мне, что нужно убить снайпера, иначе будут до бесконечности респавниться снайперы. Не снайперы, а эти враги. Он мне так сказал, по-моему. Так что я могу, в принципе, до бесконечности их убивать. Если не будет. По-моему, да. Нужно идти вперед. Иначе мы до бесконечности будем их убивать. Он так сказал, по крайней мере. Если я не ошибаюсь. Снайпер, по-моему. Нас так могут убить, господи, нас так убить могут, если мы будем там идти. Ну и что делать-то дальше? Давай, беги, они до бесконечности спамятся. Нас, сейчас, скорее всего, нас опять убьют, я так думаю. Что это капец.
Ладно, давайте, наверное, вернемся в то помещение. Если это вообще оно, или это одно и то же место, я точно не помню, но, по-моему, это одно и то же место. Опять у нас вырвали ХП, опять, снова. Так, давайте. Или это и есть то же самое место, вот это вот. Только вход другой. Ну, просто то же самое место, только другой ход. Старс! Другой ход, короче, мне так кажется. Просто мы с другого хода заходим, и все. Да, это есть то же самое место, только ход другой. Нам бы, блин, обед, получить бы чекпоинт хоть какой-нибудь. Где чекпоинт, разработчик? Ну ты серьезно? Пока никого нет. Это хорошо. Ну и когда слишком тихо, я тоже не люблю такое, потому что можете появиться. И капец тогда. А, закрыто. А, конечно, вошли мы туда. Блять, враг. Давай уже, чё ты... Фу, страшно, народ. Честно признаться, реально страшно. Он заходит. Давайте. И он пошел обратно. Он поднимается. Он вверх поднимается. Там можно вверх подняться. Короче, вот он вверх поднимается. Там, мне кажется, можно подняться вверх. Да, он вверх поднимается. А чё, тут не судьба была обезболивающая там оставить, я не знаю. Чё за, блядь, безразличие к игроку, блядь. Идеальное место, чтобы обезболивающее, блядь, поставить. Хули не поставили обезболивающее. Блин, рили какой-то, блядь. Идиотизм, блядь. Либо обезболивающее поставить. Давайте, короче, постучим. Ну так, сделаем, элементарно. Спускайся, мы тебя убьем по-быстрому. Что ты делаешь? Дебил, блядь. Тоже не стучать по стене, а стрелять. Пиздец какой-то. Где чекпоинт, блядь? Дайте мне чекпоинт быстрее. Вот тебе и снайпер, блядь. А чекпоинт вообще существует, блядь? Мне нужен, блядь, чекпоинт. Они снайперы на каждом этаже стоят, ёлы-палы. Они рили на каждом этаже стоят, снайпер, капец. А куда дальше-то идти? Я не понял. Бляха. Куда идти дальше-то, алло? Я чуть не пойму юмора. Куда идти дальше-то? Ты что делаешь, дебил? Опусти его! Я нажал пробел не чтоб ты его взял, а чтоб ты за стену спрятался, блин. Видимо, игра перепутала мои намерения. Блин, там уход кто-то идет. А куда дальше-то идти? Тут нету больше проходов. Короче, я не знаю, что, я уже боюсь, народ, если честно, что-то дальше что-то думать, делать, что-то. А, вот вход есть дальше. Они уже сосредоточены. Я не хочу, чтобы меня убили. Тут обезболивающих нету, блин. Где они есть? Они же всегда лежали на каждом месте. Блять, они сюда идут. Капец. Они сюда идут, народ. Мне уже страшно становится. Ну, один, ладно, я всё убью. Блядь! Ёбаный в рот!
пытка номер не знаю какая там, это реально сложный эпизод. Я не знаю, что вообще можно сказать. Короче, тут что сложного сделали первое, что я сразу заметил. Реально сложное, что сделали. Это, блядь, что... О, чекпоинт. Спасибо. Спасибо за чекпоинт. Я бы не догадался бы реально до него, если бы не обследовал повнимательно этот лабиринт. Что я заметил? Реально. Обезболивающих почти нету вообще. То есть их можно добиться, только если ты убиваешь врага, из него случайно может вылететь, короче, обезболивающий. Случайно. Но, просто так их уже нет, как это было раньше, там, за каждой лесенкой, там, какой-нибудь мусорочки, там, какой-нибудь уголочечки, там, скрывалось обезболивание. Такого нету. Теперь самому нужно... Ну, оно и понятно, осталось 3 эпизода, но самому все, блядь, делать. Ну, ладно, пусть с тобой... Это самое. Чекпоинт. На то и чекпоинт рядом был. Че бояться-то? Че бояться-то, блин? Тебе писец. Вот чем будете сказать. Так что вот так вот. Они, да, они как-то появляются постоянно. Они непонятно откуда они чё. Когда откуда они вообще появляются. Я вот это вот не понимаю. Давайте возьмем. Драбадан. Можно не особо не переживать. У нас же чекпоинт. Че бояться-то? Сука, охреневшая, блядь. Тварина охреневшая. Он еще и с фонариком. Неплохо. Неплохо, вы посмотрите. Пошел нафиг, придурок. Пошел нафиг, придурок. Одно и то же повторяю просто 50 раз. Так, а вот дальше я так и не понял, куда бежать дальше, в принципе. Вот тут уже непонятно. Для меня, по крайней мере. Я пока не буду брать снайперскую винтовку. Просто я пока не знаю, для чего она может понадобиться. Но вообще, наверное, надо было. Вот тут бы не помешало поставить. Давайте, короче, знаете, как сделаем, народ? Я придумал одну идею. Давайте, короче, возьмем снайперскую винтовку. Вот так. И просто... Блин, нет! Они забегают сюда, вы что, издеваетесь, что ли? Вот, отлично. Так, давайте посмотрим. Блин, нифига, они уже на этом этаже. Капец. Все, нам писец, народ. Да и куда ты... Дебил, блядь. Это тебе за то, что ты меня вырубил, скотина тупорылая. Сейчас твоему дружку то же самое будет, такая же пизда, как и тебе. И тебе пизда, блядь. Неху вырубать меня, блядь, скоты. Хреновы. Так, теперь давайте наконец-то мы возьмем снайперскую винтовку и посмотрим. У нас всего 2 патрона, ну куда это надо? Да, ну, никуда не годится. Давайте. Возвращаемся назад, там нет никаких путей. Нам самое главное, нужно было вырубить вот этих вот, собственно, снайперов. Они вроде не респаунятся, как обычные враги. Ай, теперь давайте бежим вперед. Так, давайте достанем пистолет, у нас от него много патронов. Ну, по крайней мере, больше. Так, давайте побежим. Блять, только не это, берем дрововик. Откуда миллион врагов, блять, их не было? Ёбаный в рот! Итак, как я понимаю, нужно прицеливаться, короче, получается, вниз, там миллионы врагов появляются, просто миллионы. Давайте попробуем. Потому что я что-то реально, я спустился вниз, думал, никого нету, они из ниоткуда, блядь, появились, и просто из ниоткуда. Это ужас какой-то, они там все находятся, внизу, короче, вот здесь. Ага, никого нету, сейчас только стоит спустить. Где они есть? Я их не вижу. Они, я их по карте вижу. А вот. Ага, мы их не убьем. Они слишком стоят не так. Давай уже иди куда-нибудь другое место. Пройди левее. Я не могу прицелиться. Скотина. Скотина. А вот все нашел. Сука. Падай, блядь.
Ага, вот тебе и винтовка снайперская, блин. Говно, не винтовка. Либо я говно не могу прицелиться нормально, либо винтовка говно. Тут два варианта, собственно, что говорить. Блин, как же повезло, что там чекпоинт стоял. Блин, ё-моё, я так уже испугался. Я рили испугался, блин. Если бы не это, то я бы тут еще миллион часов бы проходил. Блин. Всю эту хрень. Серьезно. Если бы не этот чекпоинт, я бы не знаю, что бы я делал. Тут два врага я уже вижу. Можно хотя бы не бояться, что нас вырубит сверху. И то плюс. Где прятаться-то, алло? Блядь! Достаем дрободан. Ну их нафиг. Три врага, уже три врага я вижу. Может там за них аптечку респаун. Давайте привлечем их внимание. Нет, уже не надо ничего привлекать. Они и так уже почти все здесь. Раз! Давай, по одному, я вас жду. Два брата-акробата, блин. Давай, давай, иди. Блять, прокосил. Раз. Ну, где-то там есть братец-акробатец. Ага, все, отлично. Отлично, все. Давайте сейчас расходовать больше пистолет, потому что что-то мы дрободан слишком активно расходуем. Так вот, собственно, вот мы просто обошли, получается, с другой стороны вход, и нам нужно идти вперед, но поосторожней. Тут какой-то дым идет черный, какой-то пар или дым, я не знаю, что это такое, в принципе. Так, что у нас тут? Я пока ничего не вижу. Так, давайте просто дом этот обойдем. Тут без вариантов, особенно больше других вариантов нету. Так, какой-то подземный есть. Не подземный. Блин, и нет, ни одного обезболивающего, ничего нету. Капец. О, прошли. Вот этот эпизод был жестким, народ. Жестким. Ну, разумеется, если знать, как проходить, то тут не особо сложно. Но, блин, был реально жесткий эпизод с этим лабиринтом. Тут даже сложность не в лабиринте была. Лабиринт — это хрень. Тут просто врагов дохренище, просто врагов просто дохренище. Вот это вот мне, этих Старк, этого старого Старк хренейзера, блядь. Мне это больше всего расстроило, народ, вот эта хрень. Ой, ну здесь я вырезать моменты именно со смертью не буду, потому что тут они, в принципе, поинтереснее. Тут я как что-то проходил, тут что-то прочее. Вот такой был непростой 18-й эпизод, даже заказ не успел прийти, то плюс. Но вот, скорее всего, уже в следующем эпизоде уже будет этот свин, этот это мутировавшая свинья-человек, скорее всего, в следующем эпизоде. А в 20-м уже будет сам этот Старк-Вейзер. Ну, я так думаю, как-то на самом деле, я не знаю, но, кажется, это, в принципе, очевидные факты. Так, 3 звезды дали, как обычно. Нам особо больше 3 звезд никогда не дают. Все, это был 18-й эпизод, уже практически финал. Осталось 2 эпизода. Вот, 2 эпизода, как раз к субботе я их уже допилю, то есть четверг и пятницу. Сегодня среда, четверг 19-й эпизод и пятница 20-й. И будет вообще замечательно. И пройдем, добьем Манхантыча, добьем его до конца. В общем, вот, мы добираемся потихоньку к Старквейзеру, мы уже близимся к финалу, поэтому я желаю вам всем успехов. Всем удачи, всем пока, и увидимся мы уже в 19-м предфинальном, блядь, эпизоде. Прошу прощения за мат. Всем удачи, всем пока.